29 января видеофильм будет для Константина, Владивосток, значит, у пользователя рост 167 сантиметров, вес, к сожалению, не указал, значит, под рост 167 в нашем парке вот стоит дрифтинг 275, мы его называем Нобель Лихт 275, так как покупаются в комплект отдельно подушечки от Нобеля. Можно купить отдельно подушку под голову, можно отдельно под поясницу, можно купить комплект. Устанавливается на эту модель также низкий газлифт, тоже от Нобеля. Кресло рекомендуется до веса 85 килограмм. Это мы рекомендуем наш магазин. В этой модели нету никакого пластика, никаких фанерных деталек, никакого топ-гана. На мультиблоке угол наклона 135 градусов, пятилучья сварное металлическое, пориуретан колеса, соответственно, ну самое главное, это мультиблок, нет фанеры, нет пластика. Кресло, естественно, является не для профессиональной деятельности и очень хорошо подходит, когда у нас рост вот ниже среднего, 1,65 м, 1,70 м, 1,75 м, благодаря своей глубине сиденья 45 сантиметров и высота 45 сантиметров, это такой квадрат. Имеется серый цвет темные и серый цвет посветлее. Эта моделька класс светлая, так получается темная. Дрифт 275. Ткань имеет натуральные волокна, лен. Такие плотненькие, кресло плотненькое, пена холодной формовки из полиуретана, она плотненькая. Эргономика кресла именно спинки неизменяемая, тоже плотненькая, это кусок пены уже сформированный из завода. Очень хорошая эргономика у кресла. Ну, напоминаем, что не профессиональная деятельность и до 80 килограмм идти. Открываем коробочку, без коробки 25 килограмм, проверяем наличие, меняем газлифт, смотрим, чтобы не было никаких повреждений. Доставка во Владивосток, здесь что-то около 4500 вроде как выходит, ну максимум 5000, 14-15 дней вроде пишет. Так, вот мы видим пятилучья, металлическая, соединенная с помощью сварки. Так, накладки декоративные на спинку. Вот такое светлое. Ну, пакеты мы не снимаем. По кантику идет замша мягенькая. Так. Флажки для управления мультиблоком, соответственно, сам мультиблок. Нам нужна опять эта коробочка, и опять я не приготовил газлифт. У нас только сейчас была вот распаковка, в Казахстан поедет. То же самое кресло, такой же как раз цвет. Все то же самое. Так, сейчас газлифт подготовим, вскроем коробочку. Газлифт 4 класса, очень дорогие. Еще очень дефицитные. Так как по умолчанию идет газлифт очень высокий. Ну, его совершенно невозможно использовать, даже при росте 1,80 м. Ну, конечно, если не обращать на то, что у вас постоянно висят ноги и затекают они, то кресло, конечно, можно использовать. Так, болты. Угу. Вот так это все устанавливается. Ну, вот мы видим результат. Минус 8 сантиметров, как я помню. Также при замене газлифта обрезаем на 50% этот пыльник. Вот эта часть уже не нужна будет.
Сейчас вскроем подлокотнички, чтобы не были деформированы, а то в этой коробочке мы нашли дефекты. И очень даже очень страшные. То есть подлокотник был разорван в клочья. Так, сейчас мы. Так, ну вот подлокотники все хорошо. Деформации нету. Подлокотники 4D. Движение все с кнопочках, кроме поворотного движения. Он просто усилием производится. Так, пластик смотрим. Целый. Пластик целый. Все, в принципе, можно будет делать оплату после просмотра видео, если нет никаких вопросов. Я все запаковываю, меняем газлифт, закручиваем подлокотники и готовим кресло на завтрашнюю отгрузочку. Ну и чуть не забыл, конечно, для Константина. Он попросил комплект подушек. Вот, новая подушечка для головы, валик под спину с лямками для крепления. Соответственно, тоже отправляется на упаковку.